Английские времена, часть 80-я, группа английских времен Perfect. И давайте с вами посмотрим, какие времена относятся к этой группе и разберем. Итак, соответственно, Present Perfect. Значит, у нас группа называется Perfect. И, соответственно, времена Present Perfect. Present Perfect. Это настоящее совершенное время. Past Perfect. Прошедшее совершенное время. И Future Perfect. Будущее совершенное время. Значит, какое из этих времен самое нужное? Ну, конечно, чаще всего мы употребляем Present Perfect. Например, я только что сделал это. I have just done it. I have just done it. I have just done it. Я там уже был. I have already been there. Там. Также мы спрашиваем, например, ты когда-либо был в Америке? Have you ever been to America? Have you ever been to America? Have you ever been to America? Мы очень часто используем время present perfect в разговорной речи, поэтому его просто необходимо знать. Образование очень простое. Have. И третья форма глагола. Все просто. Важно также знать временные указатели. Соответственно, здесь у нас были временные указатели just, только что already, уже и ever, когда-либо. Соответственно, получается у нас с вами I have just done it, I have already been there, have you ever been to America? Далее, второе, если можно так выразиться, по нужности. Время – это past perfect, предпрошедшее. Образование – had. Had плюс третья форма глагола. Третья форма глагола в английском языке принято называть past participle. So, had plus past participle. For example, I knew, я узнал, I knew that he had passed the test successfully. Значит, я узнал, что он успешно сдал тест. Successfully – это успешно. Success – успех, successfully – успешно. I knew that he had passed the test successfully. То есть, я узнал, а сдал еще до того момента, как я узнал. Образование had – третья форма. Как раз had и третья форма от past, так и будет past. I knew that he had passed the test successfully. Далее, future perfect. Иногда употребляется. Образование достаточно сложное, я бы сказал, will have. Will have plus past participle. И, соответственно, основной временной указатель – это by. By – это основной временной указатель. For example, I will have, там, я что могу сделать к какому-то моменту времени? Например, я достигну следующего уровня. I will have reached the next level, достигну следующего уровня, там, by next week, следующей неделе. I will have reached the next level by next week. Образование мы сами сказали will have, плюс третья форма от reach это reached. I will have reached this level. I will have reached the next level by next week. И временной указатель by, какому-то моменту времени. В принципе, ничего сложного нет. Давайте с вами еще раз повторим все. Present perfect. I have just done it. I have already been there. Have you ever been to America? Past perfect. Had plus past participle. I knew that he had passed the test successfully. Future perfect. Will have plus past participle. And we often use by. Мы часто используем by with this tense, с этим временем. I will have reached the next level by next week.